дни. Вот это вот гостиница. Здесь паломников много бывает. Дальше так называемые кельи, где монашки проживают. Это подсобное помещение. Вот, и рядом святая водичка вот за церковью. Значит, чем интересно, башмачок Спиридона Тримифунского. Он расценивается как Николай Чудотворец, жил в III веке нашей эры, отличался тем, ну, помогал всем бедным, обездоленным и так далее. И сегодня интересно, его мощи находятся на острове Корфу. Там интересный ларец, или как, на два замка закрывается, и его тело нетленное по сей день. Температура 36,6, и якобы он каждый год выходит, ему меняют башмачки, софьяновый башмачок, и потом, судя по тому, как изношен этот башмачок, понимают, что он ушел, пришел. И вот эти башмачки каждый год раздаются по разным монастырям. В 2014 году этот монастырь получил один из этих башмачков. Находится вот в этой церкви. Значит, если служба... построен буквально в наши дни, как я уже сказала. Здесь был пустырь, Я же снимаю. Ну, ты просто один. А, ну что? Ешь. Какие здесь иконы? Да? Да? Горячая? Да, Лёша какой. Проще, держи. Такая вот красота. Моя Богородица. Тайны, путники и так далее. Значит, ему очень много святилищ посвящено вот в Осетии. Даже мы мимо двух современных проезжали. Святилище – это место незримого присутствия Святого Духа. Все, что там находится, нельзя выносить оттуда. Нельзя рубить лес, нельзя убирать листья. Можно, если ягоды там, то все, можно только там. Римского легионера на коне, с копьем, так сказать, убивающим змея. Это везде и всюду так. Итак, святой Георгий, о нем придется поговорить. Ну, давайте вот после...
живописнейшем ущелье Алагирское. Параллельно ему Куртатинское, где вот была одна наша туристка, скажем так. Вот мы были сейчас в одном из святилищ, посвященных святому Георгию. Их насчитывается около, более 1000, потому что древнейшие, самые старые, 11-13 век, это реков, сейчас его восстановили. Вот насколько трепетно, с уважением относится к своей истории. Итак, святой Георгий, Уастерджи. По-осетински, святой Георгий родился в Каппадокии, в религиозной семье христианской. Одни из первых христиан были его родители. Отец умер, погиб мученической смертью. Древний Рим преследовал христиан, помним, убивали, пытали и так далее. Мать его происходила из очень богатой палестинской семьи, из Бейрута. Она забирает мальчика, уезжает себе на родину. Когда он достиг возраста служить в римской армии, это был молодой человек, физически очень развит, толковый, талантливый и так далее. Он очень быстро стал делать карьеру, и к 25 годам он уже командовал легионом почти в 1000 человек. Его заметил Диоклетиан, на тот момент древнеримский император. Он стал его любимцем, на него возлагал. С этого момента, весь кавказский православный мир отмечает дни памяти святого Георгия, колесование. Это в ноябре, начало ноября. А вот остальное... Греческая православная, русская православная церковь отмечает день казни, 3 мая, каждый год. Праздник, конечно, нельзя говорить. Джиоргоба называется здесь, на Кавказе, грузины, осетины. Они очень, первые дни ноября, везде можно увидеть, отмечают, на самом деле. Вот такое ему значение придается. Он покровитель исключительно только мужчин и путешественники, путники и так далее. Транскавказская магистраль, по которой мы ехали, случались часто всякие аварии. Как спускается святой Георгий, это случилось в Бейруте, проверить там как что. Навстречу девушка, заплаканная, зареванная, идет в сторону окраины города. Он ее останавливает и говорит, что случилось. И она говорит, что в этом на окраине города озеро, где обитает страшный змей. Он постоянно требует жертвы, поглощать. И вот она последняя осталась жертва молодых. Она дочь этого правителя этого города, скажем так. И она идет как последняя жертва туда. Он ее успокоил, пойдем вместе, вырезает этот змей из воды, и ему удалось пронзить гортань, убить, и они тащат это туловище змея на городскую площадь, там собрались горожане, и на глазах у всех сжигают. И с этого момента, город был освобожден от этой напасти. Подобных чудес он совершал большое количество, оживлял, как говорится, ушедших в мир иной. Есть какая-то такая маленькая легендочка. Это случилось здесь. Почему-то его тоже, как будто он двоеженец у Уастерджи, теперь так его будем называть. Было две жены, старшая и младшая. Есть понятие в Осетии «балц», «балц». Это когда мужчина уходит, даже куда бы он ни ушел, в соседний двор. Вот это состояние, отсутствие его дома, называется «балц». Уастерджи уходит в «балц», куда-то его нет несколько месяцев. И, младшая говорит, я слышала, там есть какой-то мужчина, мацук по имени, он гораздо, влиятельнее, он мужественнее, он интереснее, чем наш Уастерджи. Появляется Уастерджи дома, и тут же ему старшая жена сообщает, вот так про тебя сказала она. И он пошел на поиски этого человека. Долго ходил, как все кавказские легенды связаны, конечно, центральный персонаж, это пастух. Заходит к одним в кошару,
Они говорят, вот у нас, мы пасем его овец, их очень много, но не знаем, где он живет. Следующий, кош называется, хижина, где там пастухи. Они пасут крупнорогатый скот. Вот мы не знаем, где он, но это все принадлежит ему. И, наконец, третий, где там табуны лошадей. Они ему показали дом, где живет этот человек. Он приходит к нему, стучится, а гостеприимство – святой закон на Кавказ для всех. Я бы хотел у тебя поучиться, посмотреть. Он берет его с собой на охоту, на разбой. Везде он показывает чудеса как бы. Ну и потом, в конце концов, уже прошли много. И вас даже спрашивают, что у тебя с носом, почему его нет. И он, значит, рассказывает следующее. Якобы давным-давно он, как только женился, ушел в Балт. Его не было 16 лет дома. Возвращается, чувствует, значит, запах мужчины во дворе постороннего дома. Он, ничего не говоря жене, проходит в комнату, там лежит молодой человек, спит, всю кровать как бы занят. И он, абсолютно не задумываясь ни о чем, убивает этого молодого человека, убивает свою жену, решил, что она ему изменила, что это ее любовник и так далее. Ну и когда похоронили их обоих, ему эти односельчане говорят, что же ты наделал? Это твой сын, когда ты уходил в Балт, она осталась беременной. И он, значит, в ярости, что его нос учуял не то, что надо. Именно в те годы, вот 40-е, 50-е и 30-е. И вот мы сейчас увидим то, что было построено здесь, в Цее, тоже в 29-м году. Ну, это набирало обороты. Альпинизм стал развиваться массовый, если только какие-то одиночные группы проникали, поднимались, то потом в советское время это был массовый и туризм, и альпинизм. Кстати, вот из 7 пятитысячников, гор выше 5000 метров, 6 из них находятся в Кабардино, Балкарии. Ну, само собой, Эльбрус. На Бизангийской стене, если есть, мне кажется, молодые люди, альпинизмом, может быть, будут интересоваться или займутся, очень интересно, их никто не понимает, они понимают только сами себя. На границе Грузии с Осетией. А чем интересно Цейское ущелье? Цейское ущелье обладает каким-то целебным воздухом, это все время она занимает. И второе место именно Цейское ущелье. Это объясняется близостью ледников, которые спускаются почти на высоте 2500 метров. Вот вы подниметесь по канатной дороге, увидите, ледник называется Сказки, краткий и в конце. Черный монах, гора Черный монах. Ну, такая легендочка небольшая, мы к ней подъедем, там все это и канатная дорога, и вот эти турбаза, и наше кафе, где мы перекусим на обратном пути. Черный монах, такая небольшая легендочка, некогда именно здесь, вот видите, здесь нет населенных пунктов. Может быть, этим тоже можно объяснить вот эту необыкновенную чистоту воздуха и так далее. Но в основном сосновый бор. Сосна очень много. Видите, целые заросли огромные сосны. Это источник кислорода необыкновенный. Вот по поводу черного монаха существует такая легенда. Некогда там какой-то монастырь когда-то был. Монахи дали обет безбрачия, само собой. И в один прекрасный день в это ущелье забредает девушка, какая-то семья, она застряла, и страшный этот ливень пошел. И она, бедная, заблудилась или что-то, и вдруг один из монахов ее нашел. Ему стало ее очень жалко, он привел ее к себе в келью, обогрел, все, дал сухую одежду и так далее. Потом он влюбился, но это вот нельзя было делать. Она уходит, они стали встречаться где-то тайком. Границы с Осетией. А чем интересно Цейское ущелье? Цейское ущелье обладает каким-то целебным воздухом. Это все время она занимает. И второе место именно Цейское ущелье. Это объясняется близостью ледников, которые спускаются почти на высоте 2500 метров. Вот вы подниметесь по канатной дороге, увидите, ледник называется Сказки. Краткий их концерт. Черный монах, гора Черный монах.
Ну, такая легендочка небольшая. Мы к ней подъедем. Там все это и канатная дорога, и вот эти турбаза, и наше кафе, где мы перекусим на обратном пути. А «Черный монах» — такая небольшая легендочка. Некогда именно здесь. Вот видите, здесь нет населенных пунктов. Может быть, этим тоже можно объяснить вот эту необыкновенную чистоту воздуха и так далее. Но в основном сосновый бор. Сосна очень много. Видите, целые заросли огромные сосны. Это источник кислорода необыкновенный. Вот по поводу «Черного монаха» существует такая легенда. Некогда там какой-то монастырь когда-то был. Монахи дали обет безбрачия, само собой. И в один прекрасный день в это ущелье забредает девушка, какая-то семья, она застряла, и страшный этот ливень пошел. И она, бедная, заблудилась или что-то, и вдруг один из монахов ее нашел. Ему стало ее очень жалко, он привел ее к себе в келью, обогрел, все, дал сухую одежду и так далее. Потом он влюбился, но это вот нельзя было делать. Она уходит, они стали встречаться где-то тайком. Отлучили, и вот он почернел от горя якобы, и вот эта вот гора называется «Черный монах», который... И вы действительно, когда будете подниматься наверх, а вот эта гора, много, значит, монахов вы там увидите. Ну, кто... Фантазия должна работать, в капюшоне, такой взгляд, очень четко даже просматривается вот такой силуэт монаха. Поэтому назвали «Черный монах» эту гору. Она, ну, не самая высокая, может быть, под 3000 метров. И там же канатная дорога. Значит, канатная дорога поднимает на высоту 2500 метров. Сама турбаза на высоте 2000, перепад 500 метров. Где-то в пути 25 минут, где-то парно-кресельная дорога. Кстати, 300 рублей. Вот желательно, чтобы вы быстренько собрали, чтобы там время не терять. Значит, по 300 рублей собираете, отдаете мне, и мы, значит, поднимаемся по канатной дороге. Значит, самое, вот собираете, сразу в них, как мы проходим, заказываем обед, но у них, значит, не такое разно, как говорится, разносолы, но у них прекрасные, вот лучшие осетинские пироги знаменитые, и они вот маленьких размеров, порционные, что удобно, да, не надо его на 4 части делить и так далее. Прекрасный чай, по-моему, напиток, что первое у них, по-моему, есть тоже, что-то вот... такого разносола, и оно и не нужно. Вы перекусите, у вас же есть свой поёмочек. Если он есть, можете с собой взять, что-то заказать, и перекус. И даже если поголодать, ничего страшного не произойдет, на самом деле. Воздухом насытимся. Вот видите, как на лощинке, ложбинки, да? Вот там накапливается снег. Сейчас бесснежная зима. И лавины со страшной скоростью, с такой высоты, огромные тонны снега летят вниз. Но это случается в марте, вот за, начиная с ноября, ноябрь, декабрь, январь. Они такие снежные должны быть. В этом году, видите, снега очень мало. Скапливаясь там, когда пригревается солнце, они несутся, срываются с этой высоты. Ничего. Лес под... как бритва испаревает лес, все, что попадается на пути. Это белая смерть, так называют. Можно упаси попасть туда, да? Нет. Но вот уже научились как-то с ней бороться, с лавинами. Наверху, на этой нижней станции, стоит пушка, расстреливают вот эти скопления снега пушками. Пушкой в основном здесь. Эти пользуются. У нас в Прикусе уже придумали заграждение, сетки ставят, пирамидки, чтобы вот эта масса могла раздробиться и теряется скорость, масса. Кстати, справились, можно сказать, в Прикусе с этим лавином. Но это страшный бич, природный бич. Это лавины, это селевые потоки гораздо сложнее, если с лавины можно стрелять, как он, а вот селевые потоки, когда переполняются горные озера, высоко на горах есть озера, да, значит, в результате депрессивной вода, не снегов, то на главном Кавказском фронте ливневые дожди, масса причин. И вот это опять же масса, это водный поток,
несет за вниз на своем пути валуны, камни, глина, песок. Страшно. Кстати, Гармадонское ущелье мы все помним, да? Сергей Багров-младший погиб. В 2000 году, по-моему, это случилось. Это из Курчатки сохранились основы христианской церкви, построена еще царица Тамар, и она же подарила Иверскую икону Божией Матери осетинам в Куртатинском ущелье. И она долго их охраняла, всяких вот этих катаклизмов. Ну, и когда уже переселяли этот аул, Хидикус у моста, в переводе там, где сейчас стоит мужской Аланский Свято-Успенский монастырь, построенный в наши дни. Значит, когда вот остановились на ночлег, вот...